Жена твоя рассказывала. Бывает. Ой, блядь. Ну и денек вообще. Ну да ладно. Если теперь уже все запустилось, то всем добрый вечер. Так, да, все, я вижу, все пошло. Ну, наконец-то. Попал. Да, попал куда надо. Так, ну чё. Ну чё? Пусть тогда запускается, на харде буду играть. Вот это сейчас была боль. А чё было? Громкость. Сейчас. Странно. Это, наверное, даже еще чуть тише. Ну, я не знаю, я, к счастью, ничего не слышу. Все, что-то пошло. Музон бодрый. Я вот сколько сейчас не вспоминал, так и не смог с уверенностью сам себе сказать, играл я в эти аддоны раньше или нет. По-моему, нет. Ну, я точно нет. Ну ты бы это вообще поприветствовал бы, что ли, зрителей-то? Ну да, я сказал всем такой... добрый вечер. Да, такой в пекло сразу прыгнул на самой высокой сложности. Так, я тихий, что ли, говорят? Да я думаю... Не, я думаю, это был комментарий относительно громкой музыки или что там было громкое в игре. Не, все-таки тихий. В игре было все громкое в какой-то момент. Да, видимо, это все-таки тихий. Сделаюсь. Давай. Ну, в общем, ладно. 25 августа, пятница. Кошмар, 25... Сука, уже август прошел, какой кошмар. Да-да. Повезло, мне не надо пролетает. Там 1 сентября в школу. Но это что-то как-то неправильно. 11... часов по Москве, пятничный эфир, Quake 2 в честь QuakeCon, какое-то там дополнение с каким-то подзаголовком. Ground Zero. Во, Ground Zero, почти как Metal Gear. Но этот был раньше. Кстати, тут где-то рядышком, по-моему, этим дополнением как раз 20 лет исполнилось, если я ничего не путаю. Возможно... Но мы как-то решили подмазаться все-таки к QuakeCon. Ух, блин, чё их так много-то? Ну а чё, а кто сказал, что там будет на высочайшей сложности? Первые тут уже вот эти 30 секунд я запускал поиграть, и их было гораздо меньше на средней сложности. Это донат Максука, think about it Максука. Что за говно? Максимально эпичного стрима, господа. Спасибо, но что-то это звука нету. Да, что ты сделал? Почему ты поставил не то? Я ничего не ставил. Ты сменил проктолога. Нет. Да. Я не заходил даже туда. Да, тут стоит другое. Значит, ты не нажал сохранить изменения или что-нибудь такое? Нет, я нажал. Уж поверь мне, донаты я ставить умею. Ну, я туда вообще сегодня не заходил. Так, хорошо, меня... сейчас поставим. Использовать. Интерфейса нету. Все, ребятушки. Теперь у нас проктолог на донате. Но спасибо, рыжий. Спасибо. Занятно. Че занятно? Ты сейчас обратил внимание, что интерфейса нету. Ну, это ж хард. И... А, блин. Вон оно даже как. Не, я не знаю, это чисто предположение. Ну, у тебя там внизу вон есть. Чё ты жалуешься-то? Вон и жиськи есть, и... А, блин, у меня в окне игра, она не очень дружит с фуллскрином. И, короче, интерфейс тут мне пусть перегораживает. Ох, блядь. Вот это работает.
Проверка звука доната, пишет Бурито. С удачного стрима и берегись проктологов. Вот, вот это работает. Вот это прям отлично. Спасибо. Только я даже не знаю, здесь они есть, эти проктологи или нет. Может и нету. Хочу поддержать классику ночных стримов. Пусть проктологи не пугают тебя криповыми звуками. Проктологи. Забавно. Спасибо большое, Сигурд Шаман. Слушай, а чё, неужели игра 16 к 9 никак? Ну вот никак. Не, наверняка как-то можно сделать, но поскольку это все тоже тут экстренно решалось, я побоялся сломать ее тоже. Проктологи. Да, проктологи прям они пробуждают. Заставляют схватиться за одно место. Когда планируются сериалоги? Сериалоги в среду. В 6 часов вечера. Только ради проктолога. Ай, спасибо, рыжий. Да, спасибо. Блять, тут же сохраняться надо. Тупая игра. Ой, господи. Вот серьезно, нахера ты пробил высочайший уровень сложности? Мы же все знаем, что ты рак. Ну не знаю, чтобы самоутвердиться за счет этих мобов. Да какой, блин, они ж тебя обоссут. Блин. Как сохраняться-то, ёбля? Ну F5? Нет. F6? А, тут нету быстрых сохранений. Клево. Ну да, через менюшечку, похер. Ну давай, я буду стараться быть твоим ангелом-сохранителем и напоминать время от времени. Да, но я не обещаю, что я хороший ангел. Черти какие-то странные меня атакуют. Я таких не помню в Quake. Ну, только это же дополнение. Может, это дополнительная черта. Да, выпендриться решили разработчики. Там какая-то другая студия делала, забыл, как она называется. Но оценки хорошие у этого конкретно дополнения. У второго не такие безоблачные результаты в отзывах. Безоблачные? Может, заоблачные? Безоблачная погода — это когда все хорошо. Ну, это как неинтересно. Блин, музыки почему-то нет. Странно. Должна вроде быть по логике. Но что-то саундтрек не работает. А в целом звуки-то есть? Звуки есть, да. Блять, вот, например, такие. Да, но в кадре нет проктологов. Студент на патроны соточку закинул. Спасибо, студент. Вот, но просит игру громче. Игру не слышно. Хоть там сохраняться, чини звук. Донат орёт. Ну, донат должен орать. Это такой полускример. Проктоложный прокт. Толочь, да, сука, сначала как... на патроны уже прислали, теперь на туалетную бумагу давай. Вообще, Макс, я думаю, ты должен объяснить за проктологов, потому что все-таки сколько там, 7 лет прошло с того стрима, или ты от балды написал 7 лет? Ну, по-моему, в 10-м году это было. Возможно, я не помню. Хотя, не помню уже тоже. Вообще, ну, в 10-м я пришел на Stop Game. В этот же год начали стримить. Ну да, мафия это точно была в 10-м. А, ну все. А проктологи да, были по соседству. Тогда действительно, наверное, 7 лет. Ну, нормально. Целых 7 лет. Тогда только-только началась Игра престолов.
Ну да, говорят, меня тише на 30%, а игру громче. Понятно. Сейчас тут уцелею как-нибудь. Блин, какая темная ублюдская вещь. Так. Тебя тише. Меня, да, тише на 30%, игру в два раза громче. И музончик какой-нибудь на фон. А чё, реально в игре музона нет? Я не верю. Да, почему-то не играет. Нет, саундтрек-то там есть в оригинале, но почему-то в этой стимовской лицензионной версии не играет он. Ща, ребят, кстати, мы настроим. Кстати, неплохая звук. Идея. Попробуй включить вот эту вот хрень, заказ треков. Ой, слушай, это такой... Или оно там так отдельным виджетом? Я понимаю. Я уже не помню. Ну, там просто сложно на самом деле. Там хрен знает, ну, сколько денег за это просить. Так, тебя я, значит, сделал потише. Игру еще громче. Я не знаю. Просили в два раза относительно прошлого раза. Ну, не знаю, куда уж громче-то. Громче нас, что ли? Ну, по-моему, сейчас норм. Можешь пострелять там. Так, ну, да. Я относительно выстрелов вроде бы звучу нормально. А ты, не знаю, ты молчал все это время и сам дурак. Я сосредоточен. Меня атакуют, ёп. Короче, сам расскажи про проктологов. Я уже не помню, что я про них врал тогда. Ну, короче, во второй кваке были такие монстры, у которых на руках были, я не знаю, шпаги, еще какая-то херня. И Максимка в детстве, вот этот Макс, ну, кулаков в смысле, он считал, что это проктологи и боялся их. И поэтому вот звук, не, который... проктологов мы, по-моему, прям в ходе стрима придумали. Прикол в том, что они, когда подбегают, особенно со спины, они, у них анимация удара такая, будто они так слегка пригибаются и пытаются вонзить тебе штырь прямо в жопу. Причем, если... им это удается, то персонаж подлетает и на несколько метров вперед пролетает. Ну, то есть у тебя при походе к проктологу так обычно и бывало? Я никогда у него не был. Но примерно так себе это и представляю. Окей, ну может быть, слушай, я не помню. Ну вот поэтому я и не хотел рассказывать, ты должен был рассказывать эту байку, потому что я не помню. Твоя же байка про проктологов. А у тебя есть какая-нибудь байка хорошая? У меня тут сосед пидор сверху есть. Вот с ним байки постоянно. Отличное начало. Он тут постоянно грозится ментов вызвать, потому что я ночью, видите ли, блин, радио слушаю. Сука, тупой старый дегенерат. Какое нахер радио? В общем, не знаю. А ему сколько лет? Да не знаю, старый хрыщ какой-то, лет там 60-му, наверное. Короче, я надеюсь, что он скоро сдохнет, потому что он задолбал меня уже. Реально, что-то, блин, иногда приходит, говорит, вы ночью шумели, блин, сука, чем мы шумели? Вы радио, сука, какое нахер радио, дебил, что ли? Вот, короче, не знаю, так что сегодня возможен сватинг во время эфира, потому что у меня сейчас уже он просто не знает, там, радио или компьютер, но... Да как бы неважно, у нас нет здесь никакого шума, я сижу в наушниках. Вот, так что ему вечно что-то слышится, я поэтому нихера не уверен, что он адекватный вообще. Вот, но посмотрим. Но говорю, сегодня сватинг возможен, потому что у меня уже поздно, он может вызвать ментов, ну, посмотрим, что как. Ленки дома нет, так что общаться я буду с ними как-то. Блин, что-то меня напрягает это дополнение, оно жуткое, оно темное и не похоже совсем на оригинальный Quake, то есть тут какие-то пещеры,
Этот на чувак, я так понимаю, вот капсулы в начале, которые показали, это та же самая высадка, то есть, видимо, это параллельно события происходят. Я что-то поленился посмотреть сюжет перед эфиром. Первый-то чувак, он там... На проктологах с ловкими пальцами. Спасибо, блин. Блин, а я тоже шугаюсь. Спасибо, не Нолан. Короче, жутко, блядь. И без проктологов, жутко. Вот эти булькающие хрени, у них звук еще такой своеобразный. Ты хотел сказать ублюдский. О. Пики точеные. Сохраняться не напоминаешь. Ну, кстати, да. От звука доната, говорят, очко сжимается. По идее, оно должно разжиматься, это же проктолог. Макс к концу стрима зайками станут к такому такими темпами. Ну или я один к концу стрима останусь, если Макса там свяжут. Вообще жаль, что мы без вебок, было бы прикольно, они заходят такие. Раком меня ставят, начинает проктоложить. То есть ты считаешь, это было бы прикольно? Мечтаешь сняться в чем-то подобном? Знаешь, это не обязательно для этого в стриме в нашем делать. Ну, мне кажется, просто это будет крутой контент. Топовый, да, для стоп-гейма. Блин, что они от меня хотят? Куда идти? Везде темно, блядь. Как у проктолога в жопе? Да, я знал, что ты это скажешь. Да, сохраняйся. Так я сохранился уж, блядь. Блин, реально озверевшие мрази. Они еще взрываются, когда умирают. Это жестоко. Так, чё тут пишут нам? Пожалуйста, Ютуб. Нет, никакого Ютуба. Только Твич. Твич наша вся. Эксклюзив. Блин, ведь немного раньше для счастья надо было в хорошей игре. Какой-никакой графон, коридор, одинаковые практически враги. И никто ничего не требовал. Вот интересно, реально, если самый отстойный какой-нибудь современный шутан, который у нас там просто единогласный мусор получил, единовременно отправить вот в прошлое сегодня на 20 лет и посмотреть на реакцию людей, вот как думаешь, что будет? Они в полном восторге будут? Ну, конечно. Хотя, наверное, смотря какой. Тут, блядь, сейчас с этими инди-студиями есть куча игр, которые, блядь, отправишь на 20 лет назад, они не заметят подвоха. Ну, тоже может быть. Но я что-то таких не припомню. Что-то ни с того ни с сего вспомнился этот Кригер, или как он там назывался. Да-да-да, мне тоже вспомнился. Игрулька 96-килобайтная. Ну, похоже, да. Я когда-то так впервые про нее прочитав, по-моему, в игромании, так скептически отнесся, но потом с диска запустил у них, блин, реально прошел, по-моему, подзалип, короче, в ней. Короткая совсем. Ну да, короткая, но тем не менее полноценная. Копом на пончиках. Спасибо, Тимоша. Копом на пончики. А при чем тут копы, пончики? То есть человек донатит уже, чтобы тебя сватили. Мотивирует. Блин, а я что-то совсем уже потерялся, при чем тут копы. Ну ладно, придут, я скажу, что им тут 500 рубликов откинули. Вряд ли ты пончиками откупишься.
Посмотрим. Ну все, сейчас я буду застревать. А что застревать? Ты же сам сказал, что там коридор. Вообще вот сохранить. Когда, но он иногда упирается в тупик. Сохранись. Да-да-да, сохранился. Мрак такой. Так, ну вот здесь я уже вроде был уже. Ну не говори мне, что ты заблудился в прямом коридоре. Ну, по сути, да, около того. Может, там под водой куда-то пронырнуть можно? Кошмар, ну не заставляй как бы людей за прохождением лезть. А то я помню, нам же подсказывали. Да раньше это в порядке вещей было. Я только сейчас заметил, что в стриме игра гораздо светлее, чем у меня на мониторе. Так что сейчас вообще гляжу в маленькое окошко ОБС и играю там. Ну сделай его на полный экран. Ну тогда чат не будет видно. Да нафиг он тебе, я его читаю. Ну или сделай на полный. Что-нибудь умное не прочитаешь. Оставь себе полосочку. Так, ну тут на самом днище есть какие-то проходы, кажется. Во, я ж тебе говорил, там куда-то по воде можно доплыть. На талончик. Кто кому? Слушай, мы прям финансируем профессии проктологов, копов. Ну мы же сами это все потом пропьем. Ну, безусловно. Никому не отдадим. Ну, кто пропьет, кто проест. Пончики я бы прожрал. Да читаю я чат, чего вы пристали? Есть ли смысл кидать предложения по играм для пятничных стримов? Ну, в целом, есть. Само собой. Надо в следующую пятницу реально Black Wake сделать. Иринаров. Пишут. Сколько нам человек команда в Black Wake, скажите кто-нибудь. Я все забываю. Мне уже говорили несколько раз. Я каждый раз забываю. За левый болткипер в чате, картоха, что ли? Возможно. Наверное. Так, блять. Какого хера? Смотрели ли вы фильм «Леон»? Ну, тот, который... Древний? Ну да, человек посмотрел и не понимает, почему он в топ-10. Ну, значит, не судьба понять. Да хороший фильм, потому что. А топ-10 это такая странная штука. Слишком много фильмов уже, чтобы их в десяточку укладывать. Ну да, и большинство выходящих последние годы хуже Леона. Стрим по МК. Но МК это надо замес какой-то устраивать. Да-да. Замесы мы сами можем придумать. У нас проблема собрать народ в пятницу вечером. Я как бы понимаю, что это такое, но... Удивительное время для стрима, я вообще не понимаю, как вы здесь собираетесь в пятницу вечером, потому что, блин... Ну так потому что это изначально был эксперимент много лет назад, и оказалось, что людям не впадло и интересно собираться в пятницу здесь.
Ну просто это странно. В пятницу вечером это единственный вечер, когда можно куда-то выйти со всеми, мне кажется. А мы хоп, и тут все сидим. А как же суббота? Ну, суббота. Это целый день и вечер, когда можно выйти куда-то. Да, хрен его знает. В пятницу само то. После там школы, универа, работы, неважно. Такой вроде отработал, ну, в смысле, занимался каким-то трудом, вне зависимости от того, чем ты там именно занимался. А потом идешь и заслуженно отдыхаешь. А на выходных это такая... Суббота для кинологов хороша. Взорви решетку. Взорвать? Ну, говорят. Фиг знает. Сомневаюсь, что это возможно. В Black Wave команда 6 человек. Так, 6 человек мы, наверное, не наберем. Ну, хрен знает. Говорят, тебе напомнить, что у тебя есть не только дробовик. Ну, автоматы, видимо, что, правда, что ли, гранаты надо взорвать? Так, ну ладно. Теперь надо тогда вспомнить, где она была, эта решетка. Чё ты вздыхаешь? Рассказывай интересные истории. Да ща, надо еще немножко пошуметь, и копы придут. Будет вам cool story. Ну это будет аудиоспектакль. Ну, ты же не захотел вебки подключать. Ну, скоро уже в этом самом, в Дискорде будет свой блэкджек и шлюхи с вебками и шарингом экрана. Ну, его уже раздали избранным. Потому что мы уже... Не избранным, там рандом, у меня уже всплывал тоже. Ну да, мы он с Васяном появляется, уже исчезает. Коннектились. И как оно? Ну, там проблема была в том, что у меня, например, вебка... Я не могу настроить ее. То есть там, ну, не было, в своем случае, на тот момент кнопки настроек вебки. А там же она яркость и прочая херня. Блин, правда решетка взрывается? Вот это Next Gen. Господи, какой же ты... Вот, да. Максу проктологу на заполнитель, сдачу солоду на пончики копам. Спасибо, Мишаня. Заполнитель. Это из батлы, что ли? Да. Или откуда это там? Да-да-да, ты что, это... Легендарная. Весч. Кстати, сохранись. Да. Соло. Хотя сейчас Гвинс... новый уровень начался. Гвин с Маковеевым стрим. А, мы собирались, но он предложил его вчера вечером, а, блин, по четвергам я хожу в кино. Так что, сорян. Вот сходил на, блин, я не помню, как он по-русски называется, American Made, там, где Том Круз наркотики и оружие возил из Никарагуа с этим Аль Капоне, блин, Эскобаром. А Эскобара кто играл? Да хер с горы какой-то. Там как бы он не ключевую роль играет. Там Том Круз решает. А сериал «Наркос» ты смотрел? Не. Вообще огонь тема. Ну я в курсе, но, блин, я не очень люблю сериалы. А в сериалоге мне пришлось смотреть «Готэм». Все сезоны, что ли? Не, первый. Все сезоны, да ну нахер, я первый-то еще не досмотрел, блин, там 16 часов. А мне уже не очень нравится. А я на пятой серии. Ну, вот эти вот сериалы довески, которые там... Типа супергерои всякие, там, второго, третьего звена, которых свои там вшивые тоже Лиги Справедливости, мини-версии. Такое сомнительное. Вот
V1, V12 пишет, что на самом деле перенести пятничные замесы на когда-нибудь не в пятницу было бы отличной идеей. Вот сразу можно вычленить человека, который в пятницу куда-то ходит и не ноулайфер такой, как мы, и собирается, чтобы, блин, стримчик посмотреть. Чё ж он тогда здесь сидит? Ну, видать, сегодня вот какая-то уникальная пятница, там никто никуда не позвал. Ну и на куда бы ты перенес? Когда, по-твоему, все более охотно соберутся? Ой, да я хрен его знает. Вот как кинологи показывают, в субботу неплохо смотрят. Ну, в воскресенье. Ну так что, двигать кинологов, что ли? Да не, почему? Я ж отговорю, можно в воскресенье. Но это так, это чисто мысли вслух, потому что мы не будем никуда ничего двигать. Опа, проктолог! Блять, догоняет. Дай ему наказать тебя. Нет, херушки ему. Блин, он с таким изумленным воплем умирает. Ему херушки, тебе жопушки. Мои жопушки при мне останутся. Ну, останутся, просто немножко растянутыми. Ему не удалось уговорить меня к обследованию. Сохранить лучше обследование. Ще. Господи, про сериалы сказал уже, в среду будут. В 6 часов 30-го. Скоро обновится расписание. Как только я рожу описание для расписания, оно обновится. По-моему, ты не сохранился. Сохранился. Ух. Окей. Я просто не сильно слежу. В 12 ночи воскресенье само то стримить. Ну-ну. Ой, я ж в сериалах буду, блин, я только сейчас вспомнил. Да, будешь, кстати. Это можно прямо анонсировать. Потому что в воскресенье будет последняя серия с «Престолов». Ну, этого сезона. Да, 80-минутная. Блин, так сказал, как будто вот остальные там по 10 минут идут. Остальные по 56 в основном. Ну, про 60. А тут 80. Ну, прям охереть не встать. Ну да, это круто. Это много. Вот, тут со мной не согласны. Кракела пишет: не согласен насчет переноса. Пятница еще рабочий день, после которого хочется отдохнуть и никуда не ходить. Если и ходить куда-то, то в субботу, когда выспишься. Ну вот, вот многие так тоже рассуждают. Мне вот тоже в пятницу лень куда-то вечером идти. В том числе потому, что большинство как раз идет в пятницу. Вот кто такие особо гулячие. Везде, блядь, толпы народа. Ну так самая движуха, круто же. Хотя, блин, ну да, Макс, понятно, блин, человек с синдромом Франкенштейна. А чё, блядь, они зелененьким горят, чё я умер-то? Сука. Я думал, это добрый лазер, блядь. Это какая-то нетолерантная игра, блядь, и красные лазеры убивают, и зеленые убивают, и нормальные лазеры. Панель выстрели, говорят. Когда будет Battle Witch Vampires 4K? Ну, когда-нибудь. Ну, она там сейчас только в бету вышла. Блин, меня что-то не взяли. Ну, во всяком случае, пока не прислали уведомления. Хотя я там, по-моему, сразу же, блядь, первым записался, как только страница открылась. Ну, конечно, конечно. Записался еще до анонса. Да. Че, ты далеко сохранился? Да нет.
место, блядь. Сука. Давай, толкай их в лазеры. Так, ну и чё, этот кусок стены за... А, обе панели, что ли? Ага, вон оно как. Как все сложно. Подписка в Патреоне на месяц? А, честно, блин, я не знаю. Я не совсем понимаю, по какому принципу она работает. В смысле? Сохранить. У кинологов же есть Патреон. Да, но я не в курсе, как вот ты там подписываешься, она на месяц, или она каждый месяц автоматически обновляется, или как все это происходит. Мне-то как бы это не надо, у меня же аккаунт этого админа. Как, ну, меня почему-то спрашивают, но давай ты тоже ответишь, как тебе квадрология чужих? Ну, я, скажем так, равнодушен. Ну, то есть нормальное кино посмотреть можно. Для можно даже пересмотреть там с топчик. Интервалом в 10 лет. Первый, второй топчик, третий, четвертый говно. Третий уже Финчер снимал. Такой, ну, своеобразный. Да, ну, Финчер, да, но просто там сценарий столько раз переписывали, что бедняга Финчер просто из говна и палок его склепал, отказался монтировать. И в итоге, ну, говно, короче. То есть Финчер там говорил, что лучше я, у меня там рак мозга будет, чем я еще раз кино буду снимать. Слава богу, он потом передумал и начал выдавать просто охерительный фильм за охерительным. Но вот первая его работа, это был прям боль. А про «Игру престолов» все в среду. Все в среду расскажем. Сломал пятки. Блин, кстати, круто. Задержка на Твиче теперь маленькая из-за того, что без всяких рестримов. Ну да. Это радует. Сможет ли Кулаков допройти Dark Souls 3? Ой, это вряд ли. Да, я тоже сомневаюсь. Мне не настолько сама игра-то нравится. Мне там очень нравится графика и вообще дизайн. Угу. Ну я, чисто, кстати, бродить тоже прикольно. Не прошел. Сокрушай, что ты меня перебиваешь-то? Кошмар вообще. Я тоже не допрошел, потому что я там под платину немножко задрачивал. И нельзя было убивать последнего босса, поэтому... А потом я что-то забросил, что-то там другое вышло, и все. Про малыша на драйве завтра расскажем. Вообще про кино все завтра. И в сериалогах в среду. Ютуб все канул в лету. Для прямых эфиров он пока закрыт. Ну вот если замесы какие-то и нужны там несколько камер, то будет. А так... Лучше а где-то так, да, все-таки нам... централизованно собираться. Да, чтобы вы не расползались. Комьюнити должно быть объединено проктологами. Да ёпта, блять. Brutal Doom, да мы стримили уже Brutal Doom. Да, я смотрю, у тебя прям получается. Они тут какие-то неудобные. Не предусмотрен вариант, что морпех будет по ним спускаться, не выпуская из обеих рук дробовика. Блять. Хорошо хоть сохранился. Вообще сцена такая героичненькая была. Да, вышел только такой из-за угла. Хлобысь.
пулю в лоб. Прям перестрелка в стиле Игры престолов. Ну, кстати, престолы вообще скатились в этом плане. Что-то они там никого толком не убивают. Блять. Гранаты, Макс, говорят, гранаты. Нифига себе, никого не убивают, блять, минус дракон. Да это херь вообще. Да и тем более не минус. Ну он больше не за наших. Да какая разница. Хотя фиг его знает, кто там наши. Потихоньку набирает популярность гипотеза о том, что ходоки-то на самом деле не такое уж и зло. И что все не так. Вообще плевать, как выйдет, посмотрю. Он в Твиттере уже многие с уверенностью пишут, что Король Ночи этот самый главный, это Бран. Альдебаран. Вам Twitch ультиматум выставил. Господи, сколько теорий-то. Давайте вот раз и навсегда. Мы стримим на Twitch, потому что его надо прокачивать. Потому что мы не можем никому показать цифр с Твича. Мы показываем, а у нас, блин, половина на Ютубе, половина еще хер знает где. А нам нужно показывать. Вот у нас Twitch столько-то народу смотрит. Поэтому все теперь на Твиче. Я надеюсь, это откинет у вас все вопросы. Вы просто примете это как есть и будете смотреть Twitch. Тем более, что он, по-моему, уже давным-давно прекрасно работает у всех. Ну, то есть, может, там, когда страница открыта и стрим начинается, он автоматом и не включается. Но в плане оптимизации, по-моему, уже люди делятся на данный момент исключительно на два типа. Те, у кого Twitch прекрасно работает, и те, у кого нет, но они сами виноваты. Ну, возможно. Я хер его знает. Меня Twitch давно уже устраивает. Блять, какая-то странная архитектура, блять, я оказался в самом начале предыдущего уровня практически. Что за еботина? Как я сюда попал опять? Ну ты там, может, что-то сделал? Что у тебя что-то открылось в начале этого уровня, нет? Хер его знает. Сейчас, блять, буду, походу, круги нарезать. Ну давай. Ух. Доктор, кажется, у меня Twitch. Да, звучит как диагноз, действительно. Все тут Twitch инфицированные. Говорят, ты лазерный забор, по идее, отключил с самого начала. Серьезно? Я не знаю, так пишет чат. Блять! Тупые лестницы, сука. Господи, реально насмерть навернулся. А, ну давайте, 14 хп. Читали уже слитые сценарии третьего эпизода Халфы? Я нет. Да. И как тебе? Ну, примерно так, как я себе и представлял. Ну, это хорошо или плохо? Ну, скажем так, без особых откровений. Не знаю, я никогда особо и не считал именно вот сюжет Half-Life какой-то его прям дико сильной стороной там, потому что внятных, интересных диалогов нету, твисты такие, ну... Ну, в целом, в общем, с драматургической точки зрения это такое себе. Там прикольная в целом концепция вселенной это и прочего, но... Так, чтобы там вот прям следить за всей этой хренью.
Картошка, вчера прошел начало 6 главы Evil Within без использования бага с 4 зомбаками. Это тебе пишут или мне? Ну, видимо, мне, но я фиг знает, это я не играл в Evil Within. А я без всяких багов проходил. Не отключил Макс забор, ему надо открыть вторую крышку, она двумя рубильниками в разных концах этого уровня открывается. Ёпта, блядь. Да, вот такой тебе левел дизайн тех годов. Да, такого патовык я. То есть, как бы в тоннелях-то... Но почему получилось так, что я в тоннелях вроде все сделал, что мог, и оказался обратно на улице, в том же самом месте практически, где и вошел? Что мне с этим, блядь, делать? Как вам Quake 4? Игру восприняли как достаточно спорный проект, но, как говорится, на вкус и цвет, ведь в ней были весьма интересные моменты и сюжетные повороты, особенно в середине игры. Мне в целом норм. Ой, я что-то вообще не помню. Что там было? Ну там тебе отпиливали ноги нафиг и интегрировали в тебя робота. Ты превращался в Строга. Может, я не играл. Мишаня пишет: Макса, если ты в кишке, то что это за вода? Какие варианты? Ну, блин, если это кишка и там мокренько, то какие могут быть варианты? Почему не в оригинальный Quake 2 играешь? Ну, потому что мы играли уже в оригинальный Quake 7 лет назад. Ну, да. А сейчас Макс решил вот ознакомиться с дополнением. Надо двигаться вперед. В рамках прямого эфира. Блять. Кто-то слышит какое-то радио на фоне стрима. Это, по-моему, мой сосед. Не исключено, да. Так, тут у нас что? Нихера. Ну и... Блядь. Макс, давай, я тебе даже вопросов... Не знаю. Отвлекайся, пройди ты, блин, уровень. Да я не знаю, куда тут идти. Чатик, помогите Максу. Он опять не может. Заблудился, блин, в коридорной игре. И такое бывает. Да кто здесь, в конце концов, ради... прохождение Квейка. Говорят, бинауральные звуки какие-то, сверчки на заднем плане. У тебя слышно там что-то? У тебя окно хер открыто? Знает. Форточка открыта. Бля, сука. Сдохнулся, господи. Да. Просто уже рукой подать было до кислорода, буквально в прямом смысле руку уже высунул из воды. Но рукой-то ты дышать не можешь. Да. Сука. Жестокая игра. Короче, мне на ту сторону как-то надо. Блин, ну как? Через трубу с водой назад в той локации, где две панели ломал перед лазерами, в воде разбить стенку. Секрет. Прежде чем за секретами охотиться, надо понять, куда идти. Ну, может, тебе тут туда куда-то и надо.
Да какие голоса на фоне? Вы что, наркоманы все, что ли? Если их не слышу, а я не слышу. Нет. Может, люди в Hellblade переиграли? Да вот, походу. Теперь в башке сидят какие-то сучки. Сука, залезай ты, блядь. Ублюдок, мать твою. Опа. Кажется, я... Блядь. Сука. Какой ты ничтожный-то, а? Я забыл, что у меня вообще нету ХП. Я весь уже, блять, растрепанный. Так, ладно. Теперь я хотя бы понял, куда идти. Слушай, реально кому-то там какие-то голоса мерещатся. Ну, фиг знает. А ты в стриме послушай. Я не слышу ни хера, но я глухой. Я вон и радио ночью не слышу, а оно есть. Сохранись лучше перед этим геймом. Да, блять! А я тебя предупреждал. Да сука! Я тебе помогал как мог. Обезьяны, блять. Не видят, что ли, что больной человек идет. Раненый. Усталый, блять. Короче, ребята, если есть какие-то голоса, то так и должно быть. Настюха, походу, телек смотрит. Ну, вообще, да, она там что-то смотрит на ноуте. Ну вот, может, что-то там улавливается, хотя я нихера не слышу. Но я глухой, мне нельзя верить. Скажешь, чтоб наушники напялил. Да пиздец, блядь. Ты ведь не сохранился. Ну, я как раз собирался. Зашибись, подошел такой к стычке вплотную. Да не, он упал, блядь, на меня откуда-то. Вообще, мразь подлая. Блин, 11 сраных хп. Ну это более чем достаточно для MLG. А ты сохранись, блин. Вот нахера ты опять залезаешь туда наверх? Сейчас прыгнет какой-нибудь пидор. Я хотел посмотреть, откуда он взялся. Во, нормально. Так, вот теперь можно сохраниться с чистой совестью. Сзади, блядь, нечестно подкрадываться. Это какие-то, блядь, одичалые проктологи, сука. Ну, короче, может, у тебя там что-то на заднем фоне и шипит, но я хрен знает, это пришлось реально сильно выкрутить, чтобы хоть что-то услышать. Ну, кому-то действительно не лень. И мистер Ред говорит, что F6 работает. Сейчас попробую. Что-то не знаю, я нажимал F6 вроде. Не работает вроде. Надпись не появляется.
Ну, надпись, может, и не появляется. Проверь там, нажми F9, F8, чем там она загружается. Так, вот. Вот загрузка на F9 работает. Ну вот, отойди, сохранение. Сделай пару шагов. И на F6 попробуй сохраниться. Сейчас. Потому что все там должно работать. Черти, блядь. Ты только не сохранись там в момент смерти. Постараюсь. Забавно, они как хищники прям иногда один в один клокочут. Ой, блядь. Но расправляются они с тобой реально как хищники. С каким-то безобидным кроликом. Хищные проктологи, блядь. Всё, наконец-то я их преодолел. Хотя, наверное, в пещере у них меня ничего хорошего не ждет. Чисос 13 спрашивает. Смотрю на геймплей, хочу спросить, Макс, ты сигареты в рот с первого раза попадаешь? Вроде да. Попробуй на F6 сохраниться. Да, вот как раз пробую. Потому что вроде бы автомат у тебя подзависает на секундочку. Ну, короче, на одну из них он сохранился. Я нажал F5, F6, F7, F8. Ну, буду теперь всегда их нажимать все 4. Молодец. Да, это действительно удобнее, чем просто выяснить, какая сохраняет. Мне лень. Почему нельзя нажимать сразу все 4? В чем проблема? Да не, никаких проблем. Это же эффективно. Не удивляйся потом всяким псодом и прочей херня. Да нет у меня больше псодов. Да-да-да, мы помним прошлый эфир. Ну то из-за игры была она кривая. Конечно. Все кривое, блин. А я считаю... Что какой пользователь, такой компьютер. Так, а ты... что за хрень тут? Тут ничего нет. То есть это просто, блядь, секретная зона маленькая? Ёпта, блядь. Я-то думал, я... У тебя теперь 100 хп. Дорогу нашел, обрадовался. Ну, и 100 хп, дольше умирать с голоду тут. Пятничный стрим по хищник против чужих. По какому из... Ну, наверное, по какому-нибудь хорошему. Ну, то есть по совсем старым, они там, не знаю, я от них особо не тащился, если честно. Но, как ни странно, мне вполне зашел тот, который 10-го года был. Не знаю, что на него так пенились. То есть, как бы он... Там, звезд с неба не хватает, но он не претендовал на какой-то там супершедевр. В своем жанре очень классный, очень разнообразный. Компании прикольные, интересные, реально за всех. Ну вот, его и можно взять как-нибудь. А вообще, я сегодня смотрел, какие игры можно там постримить, и тоже наткнулся, у меня из чужих есть Colonial Marines. А, да, у меня тоже есть. Это прям... Там кооператива, нет? Есть. Можно пройти. Ты хочешь, чтобы я это говно второй раз проходил? Просто первый раз я страдал с Сашей. А зачем ты его первый раз проходил?
Ну, у нас с ней эфир был, и она обзор делала, она попросила меня для обзора вместе с ней пройти. А-а-а. Вот, так что да. Эфир, я считаю, эпичненький получился по этой кривожопой игре, блин. Антиград чужие, ну вот да, где-то на том уровне. Блять, где я? Говорят, тут Escapist 2 вышел, он коопный, побег из тюрьмы на четверых как раз для пятницы. Это случайно не какое-нибудь там пиксельное говно? Ну, можно, да, пиксельное говно. Не, ребят, это не про нас. Кулаков, ты Horizon задротишь или бросил? А ты задротишь Horizon? Ну, пока некогда, но я вернусь к нему еще. Стоп, который Horizon? Ну, Horizon, Forza. А, блин, я что-то про Zero Dawn подумал, думаю, нихера, откуда у тебя плойка? Неужели разжился? Игру Венетика? Что такое Венетика? Не знаю такое. Блять. Аноним пишет: ребят, извините, на стриме присутствовать не смогу. Я только один раз могу поспать, а потом завтра ночью лечу в Екатеринбург по работе, и по сути придется почти двое суток не спать. Прилетаю туда в 6 утра, потом в 5 утра улетаю обратно в Москву и на работу. Хорошо, хоть днем можно. Удачи на стриме. Ну, а тебе удачной поездки, полетов, мягких посадок. Да, спасибо, удачи. Я на самом деле после Игромира думаю махнуть домой в Таллин. На недельку. Может, на две. А, я уж думал жить. Не, что там делать, ты че? Не. Блин, больше 2 лет там не был. Это как-то странно звучит. Я никогда на так долго не уезжал из дома. Пятничный стрим по гейской игре со стволами в туалете будет? Что за гейская игра? Почему я не в курсе? Тебя что-то тоже как-то не слышал. Соло все-таки едет на Игромир, вроде ж не хотел. Я не хотел. Вы че? Я в этом году про Игромир вообще еще, по-моему, ничего не говорил. Это первое мое упоминание. Вы меня либо с кем-то путаете, либо говорите не про этот год. Озвучка прыжка главного героя пугает больше звука доната, говорят. Сладилов Хомкаминг. Лоев на Игромир не едет. Ну вот Лоев может не едет, но я ж не Лоев. Это еще первый уровень. Блин, конечно, это еще первый уровень. Клоков же играет. Нифига. Там, когда сохраняешься, пишут название уровня, и это уже третье название. Путь. Да блин, это третье название. Это одна и та же локация. Локация, да. Она не может там подгрузиться целиком, поэтому ее разбили на уровне. Ну нихрена, да, Макс на первом уровне. Не переживайте. Сука, блять. Это тупое говно какое-то. Во второй кваке было понятно, куда идти. Сука, включай вторую кваку. Давай, вот посмотрим, как ты там не заблудишься. Да она сейчас еще, блять, тоже не запустится ничего. Не хочу рисковать. И что тебе идея с этой, с Danger Zone не понравилась? Danger... Да говнище же, блин. Ну то есть, не, она вроде веселая. Ты отзывы видел вообще? Видел. Ну понимаешь, блин, я не уверен, что тебя хватит вот даже на 2 часа ее стримить. А это пятничный эфир, он может затянуться. И как бы хреново. Я там запустил, прошел тренировочный уровень. И за первый уровень можешь, блядь, в стиме сейчас зайти, проверить, блядь, пизжу я или нет.
сразу же с первого раза там, блядь, какие-то миллионы очков, и мне выдали стимовскую ачивку, типа, ты что, уже раньше играл? Или как-то так она. Типа, уже раньше это делал? С первого раза, блядь, разнес эту всю автостраду. Не, ну ломать-то ты умеешь, это я тут как бы даже спорить не буду. Так она про то, как ломать, там весь смысл в этом. Я понимаю, но, блин, вот два часа ее стримить, мне кажется, это уныло. Я понимаю, если бы она какая-нибудь коопная была, мы могли бы как-то взаимодействовать, друг друга там взрывать, а так, ну, это же капец. Она же такая однообразная, сука, там никакого вообще разнообразия в машинках, в цветах даже, банально. Постоянно в каком-то одном и том же... Вроде нет. Ангаре. Нет, что, ее дообновляли? Я просто обзор посмотрел, и чувак жаловался, что там ничего нет. Так там, небось, про ранний доступ, она была в раннем доступе довольно долго. Да не, вроде бы этот, релизная уже была версия. Ну, не суть важно. Короче, мне показалось, что ты два часа умрешь со скуки там взрываться. Что за игра? Danger Zone. Ты сохранить слышишь? Ты там, я F6 что? Нажимаю теперь. А ты уверен, что F6? Будет забавно, если нет, не уверен. Игра называется The Tea Room. Это и есть гейская игра со стволами в туалете. Ну-ка, сейчас загуглим. Так, ну, блин, как-то раз у нас уже был такой членовый эфир. Я не помню, ты был или нет. Генитал Джастис, как вы стримили? Да нет, вроде не был. Так. Да тебе понравилось. А, во, это... Да, это игра, где надо в туалете обоссать все. Окей. Ну, забавно. А она... Поняли, она... дядь Димыч, спасибо. Она в VR? Потому что если в VR, то это вообще охереть не встать. Гейская VR-игра. До чего дожили? Так, да, дядь Димыч, спокойной ночи. Это же гонка, гонка всегда веселая. Ну, как бы там не гонка, там авария. Я в такую игру каждое утро играю. Ну, да. Я поэтому не очень понимаю там какие-то симуляторы каких-то привычных вещей. Ну, тут не самая привычная вещь. Ну, не знаю, ссать, по-моему, очень привычная вещь. Или ты про аварии? Да, я про аварии. А, ну да, аварии, может, не самая привычная. Я думал пойти спать, когда Макс закончит уровень. Боюсь, я не засну, пишет Микро. Да не, я вроде... Блять, нет! Лестница ебаная, сука. Ты все не можешь побороть лестницу. Слушай, что у тебя за какие-то проблемы вот с лестницами, с веревками? С веревочными лестницами, наверное, вообще кирдык. Веревку мою вы там собирались как-то одолеть, и, по-моему, мой рекорд... побили, насколько слухи до меня дошли. Ну, это было вброшено мной специально. Может, Кейн что вброшено? Вроде кооп. Да я Васяну сказал, мол, типа, там надо на излете прыгать. И он очень долго пытался так, как я ему подсказал. Такой ты добрый, всегда, блядь, другу протянешь веревку, которая нихуя не привязана с того конца. Ну, разумеется. Это ж намного интереснее. Вот, предлагают Кейн и Линч, там кооп. Ну, кооп, это в целом прикольно, но нам сложно тогда с чатиком общаться. Плюс кооп там только во второй части, по-моему. Ну, это уж не важно, мы же можем взять вторую, какие проблемы. А по ней мы просто уже делали лучезарный с Костей стрим тоже без категории тех, что смысла... Ну, то есть по той же причине, по которой я не вижу смысла мафию вторую еще раз стримить. Ну, тоже верно.
В общем, да, есть такая проблема, что что-то мы уже все стримили, по второму разу не хочется, а то и по третьему. Да вы и так с чатиком не общаетесь. Сука, я тебя сейчас забаню. Вот посмотрим, какое тут необщение. Планируете стримить экшн-хоррор Survival, и вспомнилась неплохая игра The Suffering. Ой, давно это было. Да хрен его знает. Как любил раньше говорить Макс, постримим мы в итоге все, наверное, когда-нибудь. Это факт. А для разборов полетов вы просто из комментариев выбираете игры? Да. Ну, в большинстве своем. Очень редко, когда мы что-то такие, типа, сами. Просто для разборов там уже столько всего предложили в комментарии, что мы можем брать любую игру, и как бы, ну, где-то она все равно уже светилась и кем-то предлагалась. Потому что там мы выпускаем разбор, и первые, знаешь, там комментариев 10, ну, ролик длится час, а там просто сразу налетают комментарии из серии «предлагаю вот это», народ еще даже не смотрел ничего. И просто там предложения такие, и там комментарии кочуют от выпуска к выпуску, подборки такие. Кооп и Dark Souls 3 пройдите. Да блин, в Dark Souls паршивый этот кооп на самом деле. Это система с этими мелками, там подсоединением. Неудобная она. Интересно было бы увидеть стрим по играм, которые для вас очень много значат. Допустим, игра, которая повлияла на предпочтение в определенном жанре. Ну, это все мы тоже, скорее всего, уже показали. Ну, да. Хотя фиг его знает. Ну, ладно, я Enslaved не стримил. Не то, что она на меня там как-то очень повлияла, но она мне очень нравится. Ну, а ты, учитывая, что вот сейчас вот Hellblade на пике. Да он уже не на пике. Популярности. Ну, не, он уже как-то немножко прошел. Соло-то разбор по тем же числам будет просто раз в 3 недели. Ну, как он может быть по тем же числам, если раз в 3 недели? Нет, просто вот раз в 3 недели без привязок к конкретным числам, но мы будем стараться как-то их, не знаю, либо заранее называть. Сейчас мы обкатываем эту систему, посмотрим, как она пойдет. Да ёбана, сука, география. Я тебе, блядь, только послезавтра найду эти лазеры. Сука, блядь. Кто это, блядь, придумал? Что у него было на душе? Почему все так, блядь, мрачно и одинаково, блядь? Безысходно, сука. Геймдизайнер был. Постримьте Властелин колец коопный. Ребят, я понимаю, что вы сейчас можете предложить нам сотню коопных игр, но это так не работает. Ну но да, и кооп-то не обязательно совсем. Не, не обязательно, но я согласен, что стримы с коопом, они все-таки повеселее получаются. И я там коммент на сайте оставил, надеюсь, ты обратишь на него внимание. Смотря где ты его оставил. Потому что к разбору я не осиливаю читать все комментарии, там их слишком много. Может, он имеет в виду к стриму сейчас? Ну, блин, тогда я его тоже не прочитаю, потому что я сюда не зайду. Почему? Стоп, а к стриму, а мы что, на главный? О, мы реально на главный. Ух ты ж, ёшки-матрёшки. Вот это ты не поленился. Да, слушай, действительно. Попробую кинуть предложение по игре для пятничных стримов сюда. Игра Will Rock. Похожа на серьезного Сэма, довольно динамично и фаново, есть коопчик. И че, неужели ты не мог вот это в чат написать? Ну, видимо, чтобы запомнили. Чтобы шпаргалка осталась. Че, вполне себе закономерно. Мы все постримим.
все и ничего. Бля, реально, я не понимаю прикола. Мне точно надо идти к самому началу, где были эти красные лазеры. Я просто, блядь, я не представляю, как я туда попаду. Я не помню и не могу найти тупо, вот не могу найти другой конец уровня, блядь. Гениально. Я не помню, как я сюда пришел. Куда бы я ни шел, я все равно иду кругом. Да, Макс, игра пустила тебя по кругу. Блин. Блять. Да. Я сам аж дернулся. Call of Juarez Gunslinger как вариант. Я понимаю, что вы сейчас предложите нам 100-500 вариантов. Мы выберем. Не переживайте. Не, ну спросили же, типа, имеет смысл предлагать или нет. Сказали, имеет. Вот и предлагают. А сейчас ты как будто уже их это... остепеняешь. Ну, просто это зашло слишком далеко. Признавайтесь, у кого эхо. Хер знает, я не слышу эхо. Да нет у нас эхо. Не, блядь, мне походу не туда, не знаю. Я, что бы я ни делал, я все равно прихожу обратно в этот странный тоннель. Господи, ты бы в спекопсе запоролся. Он линейен, блин, как линейка. Женский голос. Макс, это у тебя какой-то женский голос? Нет, нету никаких женских голосов. Ну ты и пидор. Михаил Тимофеев спрашивает, в каком порядке проходить DLC для Ведьмака. Я думаю, что в том, в котором они выходили, в том и проходи. Ну да, так логичнее. Я тоже так проходил. А я что-то забросил. То есть ты не допрошел их? Mm-mm. Я начал вот это первое про каменные сердца. Но потом в один момент забросил. И опять же, какие-то другие игры вышли, и я подзабил. Но не удалял игру, так что... Я еще когда-нибудь к ней вернусь обязательно. Ведьмак 3 прям топчик. Это да. Не знаю, я в марте тут недавно как залип, просто перепрошел с самого начала, так и все. Со всеми DLC-шками до упора. Ну, я тоже залип в свое время, когда... Ну, когда вышло, я там реально подзалип, а потом бросил ее на год или полтора. Но потом вернулся и до конца, до платины. Ну, я на PS4 шиграл. Так что выбил платину. У меня на это ушло где-то 180 часов суммарно. Нормалек так. Макс, тебе уже 100-500 раз писали про лазеры, и ты бегаешь по одной и той же локации. Соло табу, другие варианты дуэтов, а то ты унылый. Денис и Макс было бы норм. Макс, я унылый. Тебе надо искать себе нового. Я, видимо, самый веселый. Да, тебе надо искать нового этого соведущего. Я думаю, это сейчас просто не сезон на самом деле. Потому что дело не в отдельно взятой унылости. А в том, что хороших инфоповодов для пятничных стримов либо нет, либо мы плохо ищем, не знаю. Либо да пятничный нет, стрим уже. Ну ты что? Слишком трезвый и слишком тупишь. Ну то есть, когда ты фейлишь, это смешно, а когда ты, блин, по одной и той же локации 3 часа бегаешь, это не прикольно. Ну вот то, что да, то, что я трезвый, это минус, согласен. Слышь, Быра пошутил про гейство и пенисы. Это мне, наверное, чтобы я был менее унылым. А, что там? Хуй пизда, залупа, хуй.
Блин, я повторился, да? Барбара Стрейзанд, короче. Предсказуемо, да. Слушай, вот ты сейчас трещину пробежал в стене, ее нельзя взорвать гранатой? Не, она была на текстуре. Да Норман играет, хватит ныть, солод. А, вот почему я ною, потому что я критикую твою манеру игры. Наверное. Настя, разлогинься. Блять, у меня теперь же проблемы, как выйти отсюда к ебеням. Слушай, народ пишет, взорви трещину. Сука, если ее реально надо взорвать, то и я после этого унылый. Че, серьезно, что ли, блять? Я уже сейчас заебусь ее теперь искать. Да ты только что пробегал мимо нее. Не особо внимание там обратил на нее. Ну, тут... Она ж такая выделяющаяся. Так... Ну вот, да, ты там внимательно. По-моему, ты вот в нужном месте. Или нет? У солода эхо. Да какое эхо? Откуда? Как? Нету вроде никакого эха. Не, про трещину это какой-то, скорее всего, юмор. Ну то есть. Насчет. Красных этих лучей с самого начала, это адекватная версия, только не представляю, блин. Говорят, что ты ушел от трещины. Когда он тон повышает. Когда я тон повышаю, у меня появляется эхо, как это работает. Ну, какая-то это... Гул помещения, может быть, потому что у меня окно закрыто. А это так работает. Сейчас я дверь пошире открою. Просто, блин, комната с голыми стенами, она резонирует, и... Это проблема, конечно, да, есть такая. Ну, я вроде вплотную к микрофону сижу, и он тогда обычно нормально ловит. Ебать! Что такое? Нахуй, какие, блядь, трещины, где я? Не знаю, но ты вроде приплыл в правильное место. Помнишь, пока не уйду, да. Солод не унылый. И вообще ваш дуэт топчик. Понял. Пидор, кто там меня унылым назвал? Рыжий шарит. Спасибо, рыжий. Не вижу все. Да я вроде ж не вижу, не? Но я буду стараться. А ты, Макс, сохранись. Да, это неплохая идея. Хер ты, блядь. Да, сука. Блин, Макс, сохранись. Я уже сохранился на F6. Хорошо. Но я надеюсь, что это нужная клавиша, потому что если ты сейчас здесь сдохнешь, я ж тебя знаю, ты сюда не вернешься. Как мне рэп Даура, я не слышал. Но звучит смешно. А Димы послушал треки? Ну, Димона треки я слушал еще до того, как они стали мейнстримом. Ну, то есть я ж о них знал. Ништяк такие. Давно. Ну как ништяк такие, там голос такой. Да такой же, как и сейчас. Да не. Может, чуть более дерзкий это. Ну вот, типа того. Макс с Тости покруче дуэт был. Ну, в целом, я согласен. Ну, как бы, а что я могу поделать? Тости не хочет стримить. Я за него. Тости вырос слишком. Он теперь только подкасты записывает. В прямом эфире стесняется.
Да не стесняется, Макс. Хватит уже скрывать свою ревность. Просто он нашел новую любовь. Ты их подкасты слушаешь? Да. То он там бедного Дениса гнобит. Ну, а раньше тебя гнобил. Неправда. Макс такой просто обиженка. Блять. Меня даже через загрузку занесло. Унесло, блять, куда-то. Вон, народу нравится рэп Димана. Стокгольмский синдром. Возможно, возможно. Не, ну у них хороший рыжий дуэт. Ну и замес, блин. После такой долгой паузы. Блять! Если соло затостит, то где Шардоне, заразительный смех и пошлые шутки уставшим голосом? Не, ну стоп, замена, это ж не значит, что я, ну, пародия на Костю. Я не умею, как Костян. Ну, извините, вот так оно работает. Ну, или не работает. Я бы очень хотел быть, блядь, как Костян. Ну, не внешне, конечно. Да ёбаная, блядь, мясорубка. Пиздец, блядь, я первый раз, походу, не туда вылез просто. Она меня замесила, блядь. Пол жопы мне оторвало. Меня как-то, блять, развернуло, и я оказался там же, где был. Это вторая версия проктолога. Только мясорубка. Блять. Я пойду покурю, блять. У Макса пригорело от мясорубки. Это странно. Тупая, блять, игра. Ждем обзор разоблачительный такой спустя там сколько-то лет. Но, видать, Макс, все, да? Ты прям совсем пропал. Ты ушел курить далеко. Блин, а вот странно, почему он не курит прям за столом, как Дениска? Я хлебну кофейку. Так, а чё чатик-то так оживился, когда Макс умер? Ну, в смысле, когда Макс ушел, я прям не успеваю все читать, вы чё? А у Денчика разве не вейп? Ну, сейчас, по-моему, вейп, но до этого-то были сигареты, и курил он их прямо у компа. Почему ты обосрал Lost Legacy? А, так вот, Акумаки, ты человек, у которого бомбануло из-за утерянного, утраченного, потраченного наследия. Все понятно. Требования как к новой части. Блин, как они ее позиционировали? Я вроде бы все доходчиво объяснил, что от чего берется. Если ты не понял, то как бы это твои проблемы. Если ты не разделяешь это мнение, ну, имеешь право. Но как бы, че ко мне-то за претензии? Я по-другому вижу то, что мне продали. Денис в новой квартире не курит у компа. Блин, ну, все, старая информация. Ничего ты не объяснил. Ну, конечно, сам послушай свой обзор. Ой. Обожаю таких людей. Иди запили свой обзор и скинь мне ссылку, пожалуйста. Потом я посмотрю и послушаю твои аргументы.
Что с пиньятами? Так, а что с пиньятами? Макс их не раздал? Я сейчас у него поинтересуюсь. Сначала добейся. Да не добейся, просто, блин, как это, как там сказал великий, критикуешь, предлагай. Обоснуй свое мнение, что ты мне там, ничего ты не объяснил. Вот ты тоже ничего не объяснил. Где моя пиньята? Макс? Макс? Мне показалось, он подошел к микрофону. Пиньяты я раздал. Ты раздал, да? Просто тут народ интересовался. Так. Это хорошо. Вот, да, Базиль Нео пишет, что раздал, сегодня пришла. Бан или согласие с обзором? Да нет никакого ни бана, ни согласия. Ты можешь быть с ним не согласен, но просто ты обоснуй свою позицию, а не на меня гони просто вообще ни за что. Меня прям поражают такие комментаторы. Тебя тут хуесосят, что ли? Ну, пытаются, да. Ну, просто это смешно выглядит, когда тебе просто говорят, что ты дебил. Потому что если это не обосновано... Если ты мне докажешь, что я дебил, блин, да я тебя уважать буду. Во-первых, потому что это несложно. Ну, не тебя уважать, а доказать, что я дебил. Вот. Во-вторых, ну, как бы, что за оскорбление? Это вообще ни с хера. Не согласен с мнением? Обоснуй, а не обзывайся. Это просто о тебе тоже многое говорит. Макс, ты будто вчера начал обзоры делать. Нет, да мне насрать, серьезно. Видос прошел проверку у Димона, видос прошел проверку у Глеба. Я спокоен. Моя задача выполнена. Да ёп! Что за прикол? Я опять кругами хожу, блядь. Ну, ты, да, назад. Ты куда-то не туда пошел. И сохраняйся почаще. Так я ж только возле мясорубки-то и сохранился. Ну, я вроде ее сейчас прошел, блядь. Видать, она тебя опять развернула не в ту сторону. Блядь, тупая мясорубка. Ну да, слушай, она тебя назад выталкивает, ты там что-то не нажимаешь. Чё за хуйня, блядь? А чё ты от неё уходишь? Тебе надо как-то через неё пройти. Здесь можно пригибаться там на контрол? Да блядь, сука. Тупая игра. Давай, Макс, мы верим в тебя. Да ёп! Да зря. Блядь. Слушай, а там вон кнопка какая-то на потолке, нажми ее. Или выстрели. В кнопку нужно стрелять, говорят. Сука. Господи, ты даже в кнопку попасть не можешь. Да, я уже попал, по-моему, в нее 100 раз. Ну попал, попал. Там он что-то открылось, что ли. Мама, она тебя бьет. Ой, господи. Макс, ну чё за нахер? Да струляю я, блядь. Так.
Точно надо сохраниться. Блять. Секретик нашел, блять. Задыхаюсь. Нихуя их тут. Нечего было за секретиком плавать. Педоры. Короче, мне надо гранаты есть. Мне надо тампон. Ой, блять. Макс, я пойду тампон. Не помогло. Мне должно помочь. Сука. Такой я, блядь, взрывотехник. Слушай, да, тут какой-то такой любопытный момент сохранился. А, ну хотя не, нормально, в принципе. Жить можно. Нормально. Прорвемся, блядь, когда-нибудь. Куда она, блядь, опять упала? Сука. Тупые гранаты, блядь. Блин, ну он долго их кидает. Херовый стел смертник, говорю. Все, блядь, я разрулил. Нормально. Ну можешь, когда можешь. Я не знаю, с чем у тебя это связано. Надо уловить вот эти циклы и на них как-то концентрироваться. Календарик завести? Ну, хрен знает. Нет, тампон-то мне надо менять. Ну вот, опять я нажал какую-то кнопку, которая хуй знает, что сделала. Сохранись рядом с ней, потому что вдруг тебе куда-то вот рядом идти, а ты опять через полкарты устроишь. Ну, скорее всего, рядом, учитывая, что здесь можно спрыгнуть сразу. То есть это начало, как бы. Как понять, Соло специально пропустил мой коммент или просто не увидел? Ну, мог и не увидеть, потому что я иногда слежу за игрой Макса. По трубе, говорят. Идти, в смысле, видимо, тебе надо было. Ну, я через нее перепрыгнул. Блять, хуй знает, не сюда или нет. Ну, это, походу, начало. Видимо, не сюда. Тростенюк? Да, не хочет с нами стримить. Мы для него слишком раковые, наверное. Или наоборот, не слишком раковые, я не знаю. У них там рыжая своя волна. Безумно крутая. Я не знаю, я с удовольствием смотрю их душевный подкаст. Ты его смотришь? Ну, я слушаю, в смысле. Ну, разумеется, слушаю. Нахер мне на заставку смотреть 40 минут. Ну, кстати, не 40 минут. Я в последнее время большинство видосов на Ютубе ставлю на полторашное ускорение. И это очень-очень и очень хорошо. Заходит вообще практически все. Мало какие вещи сложно слушать в полуторном ускорении. И, блин, времени столько экономит, охренеть не встать просто. П-
По-моему, прелесть пятничных стримов Макса и Кости была в том, что они всегда были на равных, и Костя гнобил Макса лишь в шутку, при этом всегда прислушиваясь и доверяя его мнению. В их стримах чувствовалась дружба и взаимоуважение. Они подкалывали друг друга и самих себя, и всегда были на одной волне, вместе обсирали или хвалили что-либо. И это типа в противовес мне, я так понимаю, да? Мол, типа, я Макса гноблю просто так, и мы не дружим, и типа, ну, раньше было лучше. Ну, что я тебе могу сказать? Ну, сорян. Пересматривай старые эфиры. Хотя, если ты будешь пересматривать их очень-очень много, то, в конце концов, ты нарвешься на то, что изначально я был с Максом. Я, правда, не знаю, эти записи остались вообще? А, да, по-моему, в блогах есть. А, ну, в блогах это не считается. Ну, в смысле, их там, может быть... На сайте не помню, не уверен. Да, на сайте, может, и нет. Ну, вот сорян, ну не Костян я, ну не такое у меня чувство юмора хорошее, к сожалению. Мне самому обидно, я бы люто хотел бы отжигать так же, как Костян. Ну, во-первых, я не бухаю, а во-вторых, я не рыжий. Ну, не то чтобы это был какой-то критерий, который дает тебе чувство юмора, потому что я знаю рыжих без чувства юмора, но... Ну, как бы, вот так. Сделайте повторный стрим по мафии. Не, не сделаем, неинтересный. Я просто пыталась выявить рецепт успеха пятничных стримов. Так, рецепт успеха это Костян. Ну, да, не по-моему, то, чтобы... все пятничные стримы в разных ипостасях были успешные. Не, ну по-своему, просто да, по-своему. Разумеется. Зритель-то найдется на любой дуэт. Но я согласен, что с Костяном были крутые стримы. Блять, я сегодня еще ни по одной лестнице, по-моему, не спустился. Ну, кстати, да. Слушай, может, там что-то зажимать надо специально. Может, не надо разворачиваться. Просто сегодня игра неудачная. Просто Макс трезвый. Лестница — это новые веревки. Да не, ну пока лестницу Макса сильно не убивали. Ну, ты там пятки-то ломаешь с коленками, но... Вроде бы ты пока еще жив. Блин, нахер я опять вернулся к самому началу, ёп. Ну, поэтому я тебе предлагаю загрузиться. Ты, по идее, должен быть рядом с той кнопкой, и вот по трубе куда-то тебе надо перейти. Как тебе советовали? А я попробовал уже тогда по трубе пройти, там ничего нет, кроме бронишки. То есть, ну, она, слушай, никуда не ведет. Если тебя чатик... Блин, ну ты не у кнопки еще сохранился, понятно. Да, это уже позже сохранить. Но я сейчас уже запомнил этот сраный маршрут. Везде, где тут у меня коленки валяются. Отломанные. Тупая, блядь, игра. Самые топовые пятничные стримы были, когда был массовый замес. Ну, я тут более того скажу, просто вообще самые топовые стримы — это когда массовый замес, на мой взгляд. Там неважно, пятничный он, не пятничный. Ну да, толпой весело, весело, как правило. Главный инфоповод достойный. И народу побольше. Алекс Дэвид пишет: стрим по симулятору хирурга и Mortal Kombat, на мой взгляд, самый эпичнейший из бухих пятничных замесов за всю историю СГ, но и стрим по гриду, где бухой Костя троллил рядом играющего Макса. Не, ну безусловно. Но только я помню эпичнейшие стримы, там по стримы по Vice City, например, ваши. Это ж вообще топчик. Ну, по GTA-шкам там по всем, по-моему, веселые получились стримы. Блять, я опять полезу в эту мясорубку ебучую, блять. Ай, блять. Опять она меня выталкивает. Где-то близко уже. Сука. Не, ну я-то там уже был. Ай, блять.
Ну, короче, мы посмотрим, чё как. И если надо что-то менять, мы поменяем. Но в целом, да, я думаю, Макс, надо брать больше там каких-то коопных игр. Мне кажется, это будет веселее. Ты как на это смотришь? Да я-то только за. Отлично. Осталось мне прокачать свой комп, потому что, блин, он ничего не тянет. Блять, я нашел, короче, дорогу. Да, и тебе опять не хватило руки. Заклебанулся. Пиздец. Захлебнуться хоть сраной канализацией инопланетной. Ну, досадная ты, опять, кончина. Опять тебе, по-моему, не хватит. Еб, блядь. Кто ж такие подлые выходы-то делает из канализации? Ну, сразу рядом с этими... Марио, который ищет принцессу. Нормально, давай там всех убивай быстренько и сохраняйся. Ублюдки. А, да, вот еще, кстати, не хватает музыки, действительно. Можешь поставь какое-нибудь дерьмо на задний план? Есть какой-нибудь плейлист под рукой? Причем, мне кажется, чем он паршивее будет, тем будет лучше. Сейчас посмотрю. Плейлист. Ай, блин. У меня не шибко-то много музыки на компе. Так и не надо. В основном это всякие пафосные Гансы Циммеры. Ну, за Циммера нас забанят. Да нас за все, наверное, забанят. А, включи ВКонтакте где-нибудь, может, какой-нибудь плейлист. Там же вроде есть плейлисты. Я у Костяна какой-то спер. Но он там, правда, тоже сплошной эпик. Ну да, тут надо как бы прицельно что-то включать, я не знаю. Посоветуйте нам в срочном порядке какой-нибудь... Ой, МС Келебро просит. Давай, ты ж вроде оценил, приобщился. Ну, ща попробую. За него, может, и не забанят. Может, он нас забанит за себя. Не. Димка добрый. Димон. Он нам Димон. Так. Четыре трека всего. Да, так мало. Ну, слушай, я могу попробовать, в принципе, врубить это размещение медиа, если у тебя подключен плагин. Я вот не знаю, там в том же самом виджете или нет? А, да, по-моему, в том же. Ну, тогда можешь попробовать. Ну, я пока включу эти четыре трека. Так, давай, а я... Попробую нам... От непонятных фраз на раз открыт глаз. Рывок с головной, звенящей болью, мятая. Все, пошла потеха. Так, ну я вроде включил. Хотя нафига я включил, если ты музыку включил. Ну если включат что-нибудь, то я выключу. Ну давай посмотрим, может будет работать. Говорят, это не он. Да? Странно, ну ладно. Другого Келебра послушаем пока. Да, говорят, есть какой-то другой Келебра, не наш. Да, он и сам говорил, что там какой-то чувак у него никнейм угнал. Ну да, было дело. Ну так ты это не пиарь тогда другого Димона. Ну, в смысле, может, и не Димона, а другого Келебра. Что здесь происходит, блин? Так. Ну-ка, сейчас попробую просто сделать по-тупому.
и музыку из Quake 2 включить. Да, да, слушай, вариант. Давай, так будет лучше. Я выключу нахер виджет. Я уже что-то, блин, подзабыл, как он работает вообще. Ну вот что-то играет. Да, вон, кстати, еще предлагают Даура. Да не, уж искать ничего не буду. Да, все, давайте. Что там, Кваку врубил? Дум. Да. Ну вот и все. Все, движуха началась. Давай, Макс, теперь тебе осталось еще тащить. Если бы я еще понимал, что здесь происходит вообще. Мне так нравится, как ты с лестниц, блин, постоянно падаешь. Попробуй вот на этой маленькой, ну ты упал, правда, уже поучиться сползать вниз. Да блядь! А я тебе предложил потренироваться на лестнице. Ты тут не в лестнице дело. Я понимаю. Ну, там в углу, кстати, по-моему, ты аптечку пропустил или мне показалось. Да там еще ублюдок с гранатами. Ага. Ну давай за это самое. Накажи его. Базиль не опишет, ему кажется, что ты в жизни по лестницам так же спускаешься. Макс, а ты на первом этаже живешь? Нет, на пятом. На пятом? Блин, господи, как ты спускаешься-то тогда? Я в Москве всегда жил на первом. Не, лифта нету. Вы кошмар. Я просто из дома не выхожу. Да, блядь, всплывай ты, сука. Так, ну и чё? Ох, блядь! Нет! Чё за жесть? Чё, блядь, происходит? Я вообще не понимаю. Я, кстати, тоже не понял, как там так подлетел внезапно? Не знаю, тут чё-то вообще странное. Ждет, когда построят лифт. Слушай, а мы, получается, тогда на Игромире тебя не увидим, что ли? Почему? Я приеду. Планирую. Да? А из дома как выходить будешь? Блять, хуй знает. По веревке спущусь с балкона. У меня получится, я знаю. Ты, главное, на видео снимай. Фейл арми, все дела. Ну, понабежали-то, ублюдки. Ну, наказывай. А, тебя наказали. Да вообще, блядь, наказывают меня. Как мамка за курево за компом, блядь. Да шку. Блин, так и представляю со стороны, вот когда с автоматом плывешь вот так вот, как ты должен выглядеть под водой, блядь. Особенно когда быстро плывешь, то есть с какой скоростью надо перебирать ногами вообще. Тут не обязательно ж перебирать. Можно ж этим брасом. Так, и чего вообще? Ну окей, я убил эти хрени. Что? Что происходит? Блядь. Какого хуя? Я вот тоже не Почему понимаю. Он может ты можешь лазить лезет по трубе? Во, ништяк, мы на втором часу стрима. Чё? Ни хрена себе, мы 2 часа уже стримим? Некстгенная игра-то, блядь. А сколько времени сейчас? Чё, с ночи? А, без 5 часов уже? Да. Охереть.
Да, что-то это было как-то... Ладно, все, блядь, до ближайшего затыка будем, и надо закругляться. Блин, а как это такой унылый стрим так быстро пролетел? Не знаю. Херня какая-то. Да плыви ты, ёб... Давай там, перебирай ногами. Может, музыки не хватало мне. И велик без сидушки был. Блять. Это какие-то больные воспоминания с детства? Вроде того. Типа там... Игрушки, прибитые к полу. Скользкий подоконник. Акушерка со слабыми руками. Три раза подкинула, два раза поймала. Да ёб... Сука, какая живучая мразь. Один хп. Классика, блядь. Ну все, Акума. Ничего себе, я победил в этой дуэли. Ну чё, блядь, сохраняться? Ну хрен знает. Такое себе. Вдруг тебе там плыть куда-нибудь надо будет, и тебе не хватит ни хрена. А тут, блин, дверь заперта, какая-то хрень там впереди. Да, кажется, это очередной затык, блядь. Закончилось раньше, чем мы думали. Доступа нету, блин. Почему нету доступа? А потому что ты там в начале первого уровня карточку какую-то просрал. Да, в те времена такое могло быть. По трубе за хренью залезть. Видимо, да, можно. Блин, Макс, а ты понимаешь, что для тебя сейчас лестница может оказаться смертельной? Да-да. Но ты так тут, и не кажется, уже слегка понял, да. Что делать. Ну, относительно. Ты слегка под это... подлечился. И путь у меня обнаружился. Смысл в этой жизни. Блять. А тут... заглушка стоит анальная, блядь. Её гранаты не взорвать? Сейчас попробуем. Универсальное решение, блядь. Нет. Ну тут есть трещина. Ай, блядь. Да, надо было, наверное, отойти. Техника безопасности, блядь. Слушай, ну тогда вот ту стену-то с трещиной тоже можно было наверняка подорвать, а нифига это не просто текстурка была. Ну, возможно. А ты мне не верил. Я просто забыл, где она была уже к тому моменту, как ты про нее спросил. Я помнил только, что я ее проходил. Ну блин, стрим с затяжкой. У меня и так были сложности к определению в этом, вернее, к ориентации в этом коридорном пространстве. Да ты же сказал, что уже запомнил все. Ну это я просто сам себя скорее убеждал. Ты как золотая рыбка, у меня тут задержка на 5 секунд, и ты за эти 5 секунд уже забываешь, где чё. Нам нужно, как в старые добрые времена, на ЯТВ устраивать еще параллельный стрим, чтобы я мог без задержки его смотреть. Блять, меня еще дверью прищемило.
Да, кстати, сядь, не забывай. Сказал бы ты об этом на пару секунд пораньше. Ну, блин, когда я тебе говорил, у меня ты еще не умер. И у меня ты еще ни на кого не нарвался. А, ну ты в нормальном месте сохранился, все хорошо. Да. Я уже так, походу, слегка на автопилоте. Я-то вы еще живой? Да хрен его знает. Я просто так вспомнил. Не-не-не, вроде нет. Хотя не знаю, зайдите. Но сейчас у ВКонтакта минимальная задержка. Прям вообще минимальная. Там, знаешь, такое ощущение, что стрим ВКонтакта может уйти вперед настоящего стрима. Блять. Вот же тупая привычка. Достать гранату и самодовольно встать с ней. Ща я, блять, тебя типа кину. И надеяться на то, что он не будет пытаться мне помешать. Такой самоуверенный чувак. Ты, наверное, один из тех, кто может бежать навстречу поезду и кричать: я задавлю тебя, ублюдок. Ну да, наверняка смог бы. Ну вообще, да, ты же поставил высочайшую сложность. Это значит, здесь вообще нельзя останавливаться. Проктологи в нычках. Начался подлинный Quake 2. Ну вообще да, это прям канонично. Макс как-то пытался бежать на поезд в Resident Evil 6, не особо получилось. А, да, был такой. Ой, блядь, собаки, ненавижу вот этих тварей. Да ладно, песики прекрасны. А с поездами, да, у Макса вообще плохо. Форзи его, на него FPS проседают. Ну там, блядь, реально этот поезд какой-то перемудренный. Наворотили ему, небось, там дыма из трубы, блядь, какого-нибудь суперфизического. А в итоге, блядь, дым из пукана еще куда более физический. Больше всего меня в таких вещах поражает не сам факт этих багов, а то, когда вот они остаются. То есть, ладно, это редкая ошибка, которая там раз на миллион встречается. Но когда ты гуглишь, и с первой же строчки запроса выясняется, что идея не новая, и все это встречается у людей уже давно, и до сих пор не исправлено, а игра при этом какая-то брендовая, не от последних разработчиков. Ну это дичь какая-то. Я вот недавно узнал, что Dead Space 2 в Origin до сих пор лежит без видосов. Ты знал об этом? Нет, у меня она в Steam. В лицензионной версии Origin 2 в Steam все нормально. А в... Тьфу, блядь, Dead Space 2. А в Origin, если ты ее установишь, в ней не будет роликов. Да ладно. И это никак нельзя исправить, кроме как, блять, пойти куда-то и скачать то, что заботливо выкорчевали у себя там из игры другие фанаты неравнодушные и выложили отдельно. Не, ну это вообще какая-то дичь. Ну это зашквар полный. Охереть. Прям, я не знаю, прям иди и проверяй, неужели... Блин, это звучит вообще неправдоподобно. Это правда. Я ее просто стримил не так давно там у себя и установил... Как бы, ну, не ожидая никакого подвоха. И уже вот в эфире оказалось, что да. Ах, надо да. Идти и качать. И при этом они удалили ее, по-моему, из Стима, насколько я помню. Не знаю. Ну, по-моему, ее сейчас уже нельзя купить.
То есть у меня она куплена, поэтому у меня она есть, но, по-моему, она больше не в продаже. Но это да, это охереть. Есть, говорят. Да, ну может есть. Ну вроде то ли хотели ее тогда выпилить. Я просто помню какие-то такие. Хери. Но, блин, да, это странно. Это прям очень странно. Особенно учитывая, сколько времени, блядь, прошло, это пиздец. Да ёбаные, блядь, собаки! Че, не любишь песиков? Блядь. Говорят, гранаты, готовь гранаты. Гранаты, да, у меня остались. Вот, блядь. Дюша спрашивает, это только русская версия без видосов или все? Не знаю. Origin, по-моему, ставит ту версию, какая у тебя, какой язык Origin выбран. Или как там уже, блядь, хер знает. Я вроде, да, русскую ставил. Окей. Ну, я не знаю, у меня в Origin просто куплено, по-моему, там из серии одна игра, и я им не пользуюсь нифига, я же все вообще на плойке играю. А я просто купил Origin Access. Реально выгодная тема. А чё там за плюшки? А смысл в том, что ты за 2, по-моему, косаря в год, ну, около того, рублей, получаешь как бы абсолютно все AAA проекты уже вышедшие, и все, которые выходят тоже спустя несколько месяцев после релиза. То есть вот тут пару недель назад, ну, вроде как, в течение месяца уже обрушился этот сам Battlefield 1 туда, который у меня не запустился, и Titanfall 2. Окей. Давай, сохранись и иди убивай гранаты собачек. Ну, как бы из этих, из всех игр, которые там доступны, вот просто можешь зайти на сайт Origin и посмотреть Origin Access игры. Ой, как это называется? Vault, Origin Vault. Vault? Vault. Как я обожаю твой английский-то. Vault. Тема выгодная, но, сука, оплатить можно только через PayPal. Не, а я как-то ухитрился через карту заплатить. Это то ли период как такой был особый, я не знаю, то ли что. Ну, мне, видишь, все равно это не очень актуально, потому что все на плойчике. Комп слишком слабый. Walt Disney. У меня не потянет. Батл первый, я думаю, комп. Ну, только там совсем на каких-нибудь сраных минималках. Что, блядь? План действий. Достаешь гранату, начинаешь ее заряжать. Чё, блин, куда ты сохранился? Загрузился. В общем, достаешь гранату, начинаешь ее заряжать, заходишь за угол, кидаешь гранату, драпаешь к лестнице. Кажись, прокатило. Хорош. Слипкнот. Вениклы и Моцацаки. Ну вот Вениклы — это прям вообще классика. Это прям лучшее твое произведение. Пока что. Но я не теряю надежды, что ты его улучшишь. Типа PS4 или PS4 Pro? Простая. Я все никак не раскошелюсь. Да и хрен знает, когда раскошелиться. Вот сейчас в Москву лететь на Игромир, и это вот как раз PlayStation Pro уйдет. Где родились Вениклы? А я не помню, стрим какой-то был гоночный. Ну да, в гриде, по-моему. Во втором гриде, если я не путаю. В дрифт за месте, блять, дверь тупая, меня даже дверь атакует в этой игре. Ну так, кстати, вот лучше Вениклов, точно Underdog был лучше Вениклов. Сука, а чё Underdog? Под псом. Ну это просто перевод. Ну это охерительно, это просто прям такой надмозг, надмозгович. Ну это шикарно, это прям
Действительно, это лучше Вениклов, я согласен. Дон Калекон пишет, что тоже всегда Вениклов говорил. Блин, Макс, тут ты такой не один, значит. Ну все, я не уникален. Досада. Я думал, как там про снежинку, как Тайлер говорил, это про меня. Да, ты не уникальная снежинка. Блять. Это ты так расстроился из-за снежинки? Типа-то... Что с карьерой озвучания Кулакова? Макс, что там с карьерой? В каком плане? Не знаю, ну ты же озвучиваешь там всякую... Ну, я только вот озвучивать буду этот самый... Блять, уже забыл. Не Бастион, а Транзистор. Все, какая у меня особо карьера. И все, и стримы вот озвучиваю матюки вам на стоп-гейме. Вот и вся карьера. Говорят, твоя карьера остыла вовнутрь. Да ебаный... Говорят, что вроде бы дверь должна была открыться, где ты босса уровня убил. А ты убивал какого-то босса? Нашел уже, не, вроде босса не убивал. Макс, а вы дрочите на дуловине? А я не знаю, кто это. Мне все было лень гуглить. Я 2 подкаста про нее слушал, но не гуглил. Но она на обложке одной была. А может и второй, я не помню уже. А, ну, не знаю, ничем не примечательно для меня. Не, ну с ней порно нет, как на нее дрочить? Или дрочить это так? Фигурально? Хватит пытаться подорвать проктолога, убей его. Ай, блядь, проктологи нет! Ну, хватит гранатами их стреляй в них. А у меня патронов, походу, нет. Прекрасно. А, нет, есть автоматика. Блять. Мне не видно из-за него. Я же в ОБС, блять, играю. Полная чушь. И оказывается, если смотреть в оригинале, Кира, это свет по-русски и кельтски. А я и не знаю. Кошмар за шквар. Окей, спасибо. Тетрадь смерти. Ну блин, да, я вообще... Спасибо. Тетрадь смерти, так что... В 2 смычка тебя, да, вот это правильно. Правильно. Ну я уцелел! Молодец. Сохранись. Так, а что, здесь ничего даже нету, интересно? Нахуй ты до сюда шел, там же выход с другой стороны коридора. Напрасно вообще. Я порвал бы не был уверен, карман об этих проктологов. Может там что-то все-таки есть. Ты что-нибудь проглядел? Да не, ну это вот на полу что-то непонятное, может это кнопка была. Может она что-то и открыла. Ой, блядь, я оказался, короче, в самом начале игры. Ну, кстати, да. Ух ты, они сами зашли красный лазер и погибли. Ну, может, они дальтоники? Так, я взял... Ты же думал, что зеленый лазер был добрым? Они думали, что красный был добрым. А, ну вот эту херню поставь на этот красный пьедестал, не? Да, возможно. Клево я придумал. Кстати, Макс, можешь помочь? У меня в Вегасе в триммере нет аудиотрека. Это баг или я его где-то отключил? Да нет, это интерфейс. Просто тут за нижнюю перекладинку в триммере мышкой схвати и потяни вверх. Скорее всего, он просто у тебя это сложен. Свернулся. Ну да, кстати, бывает такая. Я поэтому время от времени приходится дефолтный дизайн врубать. А то закроешь там какие-нибудь окна. Так, нет, что-то он сюда не ставится. Блин, а мне так нравилась моя идея. Да я тоже подумал, что ты прям Шерлок. А там, может, на Е?
Не, я понажимал уже. И на E, и на Enter. Да нет, не свернут, пишет. User one set, у которого триммер без аудиотрека. Я не знаю, я вообще триммером не пользуюсь. Ты пользуешься триммером? Да. Ну я вообще-то Вегасом уже сейчас не пользуюсь. А, я вспомнил пользуюсь. Еще вариант. Короче, возможно, у тебя кодек не установлен. И распознается только видеодорожка файла. То есть такое бывает, когда реально вот именно файл наполовину распознается. То есть видео понятно Вегасу, а аудио нет. Я думал, триммер — это бритва. Ну, почти. Но я не пользуюсь триммером, я не знаю, я прям все на дороге режу. Да Вася тоже, мы в курсе. Ну это вот разные школы. Правда, я не могу сказать, что мы с Васяном одну и ту же заканчивали, но хрен знает, мне удобнее прям на дороге резать. ПТУшники. Я нет. Триммер с тремором уже путают. А, бля, у меня один хп, ёпта. Да, говорят, подобрать хилку на лазерах. Триммер перерос в тремор, а потом перерос в триппер. Печальная какая-то перспектива. Не пользуйся триммером, не будет Венеры. Блять, это была аптечка? Твою мать. Этот ультраконус, это нихуя не ключ. Понятно. Ну сохранись, зато ты прям вон полон сил. Да. Засунул себе, блять, в анус этот конус и сразу же, блять, выздоровел. И довольный. А мы еще думали, гадали, что ж с ним делать, куда его вонзить. Ну тебя проктологи готовили к этому целый уровень. Да я так и понял, да. Подготовка к операции, блядь. Сохранись. Сохраняюсь. Ел, я сейчас обоссусь. Я помню, эти пасы. Че, у тебя запрещено законом, что ли, после полуночи ссать? Да, конечно. Не, это в Швейцарии нельзя. Ну, в смысле, в Швейцарии нельзя смывать туалет после 10, по-моему. Как это? Почему? Ну, потому что шумно. Потому что ты будешь мешать соседям.
Прикинь, на законодательном уровне запрещено смывать туалет. Блядь, ебанутые люди. Вот так. Не, здесь, к счастью, можно. Я бы охерел, если бы нельзя было смывать. Если приспичило, то еще... Не, ну ты в туалет-то сходить можешь, просто смывать нельзя. Ну да, и копить до утра. Да. Вот прикольно, если вы там большой семьей живете, да? И всем приспичило. Это вообще ништяк законодательства. Да, прикольно. Ну, кстати, насчет вот арбузов и дынь, я помню, я имел такую ошибку в своей жизни. Нас показывали в кинотеатре «Матрицу» все три части подряд. Ну, там с перерывом, знаешь, в полчаса, может, между сеансами. Я решил пойти, ну, ночь «Матрицы» прикольно. Но перед этим я имел неосторожность сожрать арбуз. Сука, я первый фильм еле досидел до конца. Потом просто, блин, струя была такая, я еще сортир пополам не раздолбил. А вот. Что, ссать там запрещено во время фильма? Не, можно, но просто, блин, я люблю досматривать фильмы до конца. Я не люблю, даже если я их видел, я не люблю отрываться от просмотра. Принципиальный такой, ну, ценой да. Пузыря. Типа того. Блин, надо было брать, говорят. Ну, кстати, да. Вот пишет, на самом деле ты не должен кормить туалет после полуночи. Блин, это что, Гизмо, что ли? Которого там кормить нельзя было и мочить. Вот и прошел. Ох, блядь, короче, я, получается, прошел уровень, я так понимаю, что ли? Ну, неужели? Прекрасно. Я считаю, это достойно аплодисментов. Ух, блядь. Я прям слышу, как ты вспотел. Да, я вспрел. Тут еще мультик показывают. Сюжеты. Говорят, затащил 1/5 игры. За 2.5 часа. Вот DLC в те времена были, а? Не, ну давай на чистоту, ты на нем сидел намного дольше, чем как бы оно предполагалось. Ну фиг знает, люди без интернета в это играли. А во-вторых, вон я на Lost Legacy при первом прохождении 9 часов убил. Ох, блять, ладно. На этом мы будем сегодня закругляться. Спать охота. Спасибо вам, друзья, за компанию, за комментарии, за донатики. За проктологов. За то, что смотрите нас, критикуете. Тоже полезно. Да, чтоб не зазнавались. Пойду сейчас себя шлепать по попке ремнем. Самовоспитание. Спасибо, что не в прямом эфире. Все, ладно. Вырубаю. Да, всем пока. Доброй ночи.